Салам алейкум, пацаны! Новый оружейный джекпот. Также новые временные алмазы, которые все так, наверное, ждут. Также, друзья мои, новая эволюция АЦ-80, как она будет выглядеть полностью, как скажем так, на персонаже. Также, друзья мои, как будет выглядеть трансформация, знаете, волка, как будет выглядеть в игре. И, конечно, друзья мои, какого числа уже будут раздаваться подарки, потому что очень многие меня спрашивают: Дистри, промокоды хорошо промокодами, а какого числа уже будет доступна, скажем так, эта награда, которую будем мы получать за определенное количество онлайна. Так что всем, друзья, желаю приятного просмотра, обязательно, кому не сложно, мне будет очень приятно. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на каналчик. Также, друзья мои, кто подписался, пожалуйста, давайте сейчас поставим все колокольчики, нажмите все уведомления. Если вам уведомления не приходят на мои видеоролики, прямо сейчас есть одно решение. Заново отпишитесь, заново подпишитесь и поставьте заново колокольчики, все уведомления. И тогда вам по-любому будет все приходить. Ну и, конечно, друзья мои, пишите в комментариях и не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте и на Телеграм. Именно в Телеграм-канале будет раздача все подарочки. Сейчас все расскажу, не переживайте. Кстати, ссылка на Телеграм в описании. Поехали! С чего мы будем начинать? Давайте, наверное, начнем с самого начала и потихонечку перейдем к самому интересному. Первое, друзья мои, конечно же, новая трансформация. Многие уже знаете, да, что у нас в игре будет трансформация, это 100%. То есть, получается, каждый игрок, который получит трансформацию, сможет в игре трансформироваться в волка. И что же тут он сможет делать? Конечно же, он просто меняет скин меняет на персонажа, и он просто будет бегать, скажем так, по карте вот так вот. В принципе, вид неплохой, но, с другой стороны, побольше бы эффектов было еще, я думаю, так покруче. Вот, ну, в общем, вы сможете трансформироваться и обратно потом трансформироваться в человека. Тоже, в принципе, ну, в смысле, в свой набор. В принципе, неплохая функция, и я считаю, скорее всего, у нас будет еще довольно-таки много трансформаций, которые, наверное, многие вам понравятся. Ладно, с этим разобрались, поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, что хотел вам показать. Ух вы, мои кроссовчики, сейчас вы столько всего увидите. Как я вас сильно люблю просто, вот вы бы знали, вот просто я каждого из вас так обожаю. Ладно, поехали дальше. Давайте без этого, да? Поехали дальше. Где же будет, друзья мои, это все? Где же это все будет? Конечно же, будет определенное событие, где каждый из вас сможет себе приобрести себе эту, скажем так, эту трансформацию. Но помимо этой трансформации, еще будут новые кулаки. Знаете, да, на какие кулаки? Кулаки, конечно, друзья мои, кулаки, это будут также цепные, также будут к этой трансформации еще будут, скажем так, эмоция появления в лобби. Вот такая будет эмоция, довольно-таки неплохая, типа получается, он очень летит и бежит человеком, а потом в полете трансформируется уже в волка. Короче, будут вот такие вот кулаки, которые сейчас вы увидите на своих экранах, да, очень, в принципе, бомбовые кулачки, вот такие вот с офигенными эффектами. И к этим кулакам еще будет добавлен такой же эффект, это, конечно же, косы, друзья мои. Коса тоже очень бомбовая, тоже типа цепная, видите, как типа цепь вокруг косы, тоже довольно-таки неплохая. И самое главное, друзья мои, самое главное, тут мы сможем получить к этой трансформации также еще вот такую бомбовую стенку, типа волка, очень офигенная. Вы посмотрите, какие просто эффекты нереально крутые. Вы согласны? Горят просто глаза. Также просто она вся переливается. Очень годно. И кому сейчас понравилась эта стенка, прямо сейчас обязательно напишите в комментариях, понравилось. И поставьте лайк. И мне тогда будет понятно, что вам эта стенка понравилась. Так что, друзья, мы ожидаем. Это все выйдет в ближайшее время. Ладно, поехали. Дальше. К чему же хочу вам сказать сначала по поводу всех подарочков, да? Давайте начнем с чего. Промокоды. Знать, да, что у нас промокоды будут раздаваться на мировом турнире. 26 числа у нас будет финал в Бангкоке. И именно за онлайн нам будут давать такие вот жетончики. За определенное количество жетонов мы можем обменивать себе подарки. Сразу говорю, вы сможете получить себе подарки 27 числа-28. То есть 26 числа вам никто уже их давать пока не будет. То есть получается, будет собираться вся статистика. И 27, скорее всего, 28 мы уже сможем получить. То есть получается, если мы набираем 4000 лайна онлайн, да, получаем лутбоксы. Если набираем 6000 онлайна, получаем вот такие вот купончики. Если набираем 8000, получаем себе бесплатно стенку и купончики. Сразу говорю, вся трансляция будет находиться и 26 числа будет, да, транслироваться именно
Также еще повторюсь, именно на официальном сайте по горению Free Fire Россия, да, Free Fire Россия. И также все дублироваться будут подарки, да, сколько у нас онлайн и так далее. Также буду писать и говорить в своем телеграм-канале. Если прямо сейчас вы спуститесь вниз и на мой телеграм подпишитесь, вы по-любому ничего не пропустите. Ни одной халявы, ни одних промокодов и ни одних розыгрышей на алмаз. Так что ссылка в описании, подписывайтесь, там же вы можете пообщаться со мной, пообщаться с моими подписчиками, там все девчонки есть, можете с девчонками пообщаться. Ну и, конечно же, много чего новенького там для себя увидеть. Так что, по поводу промокодиков я разобрался, да? По поводу этого мы все с вами поговорили. Ладно, поехали дальше. Дальше, конечно же, новая эволюция, друзья мои. Вот, как же будет выглядеть новая эволюция АЦ-80. Вот она так будет выглядеть. Кстати, эффекты на самом деле очень бомбовые. Уже в хорошем качестве. Я вам показывал в плохом качестве, сейчас хочу вам показать в хорошем качестве. Очень бомбовое, просто это скорпионское оружие, скорпионское. Эффект убийства очень бомбовый, типа скорпион пробивает спину. Вот так оно будет выглядеть на персонаже, у персонажа в руках, да. В принципе, довольно-таки неплохая. Да, сама эволюция. И сразу скажу, когда эволюция будет, конечно же, пока точно сказать не могу. Но как только я узнаю, родные мои, друзья мои, красавчики, я вам сразу все скажу. Вы знаете, я вас очень люблю. И многие, кто меня, ну, ценит, меня любит, обнимает, да. Вы реально все красавчики. Спасибо большое всем за поддержку. Ладно, поехали дальше. Дальше, давайте, тянуть не будем, поехали дальше. Дальше, друзья мои, новый оружейный джекпот. Вот он. Пока это на зарубежном регионе выходит вот такой вот новый оружейный джекпот. Сразу говорю, возможно, что-то у нас изменит. А возможно, именно он будет... именно этот оружейный джекпот. Сразу говорю, все события, которые я вам показываю, это показываю то, что выходит на зарубежном регионе. Возможно, сразу говорю, что я показываю те регионы, которые схожи 80% или 90% с нашим регионом. Потому что сначала выходит на зарубежном регионе, потом выходит на нашем регионе. Так что я вам покажу те события, которые, возможно, выйдут на нашем регионе, возможно... Конечно же, к большому сожалению, возможно, и нет. Ну, вот такой вот показывается, да, у нас новый оружейный джекпот. Такое вот оружие, в принципе, неплохое. Сразу говорю, оружие очень бомбовое, прям очень бомбовое. И скажу так, что эффекты на этом оружии довольно-таки неплохие. Типа такой зайчик, да, или кошка, или что-то, типа череп, короче. Ну, довольно-таки неплохо, так что тоже будем ожидать, что именно такое добавит нам новый оружейный джекпот. Поехали дальше. И дальше, конечно, друзья мои, алмазные джекпоты. Сразу говорю, что алмаз джекпоты пока в ближайшее время пока не ждем. Потому что пока информации очень мало. Информация есть на зарубежном регионе. Но я сразу говорю, я выпускаю новости те, которые почти 90 или 80% прям вот будут выходить в нашем регионе. Вот когда только я узнаю, что да, именно... 90% уже будут выходить, да, и на нашем регионе, я вам сразу все покажу. Но сразу говорю, что на зарубежном регионе уже начинают добавлять временные алмазы опять. И, скорее всего, возможно, и на нашем регионе тоже добавят, где мы сможем получить много совершенно бесплатно чего, да, сами знаете. Новые стенки, наборы, скинчики на питомцев, на скинчики на оружие, на косу, на катану, много-много чего интересного. Сами знаете, что временные алмазы это реально очень пушечная тема, очень пушечная. Так что обязательно это все... контролируйте, сразу говорю, следите за новостями. Просто подпишитесь на ВК мой, на группу ВКонтакте и на Телеграм. Ссылки все в описании. Ничего не пропустите 100%. Ну и, конечно, друзья мои, самое главное, не забывайте, что у нас в день выходит по 2 видеоролика. Всем говорите, друзья мои, давайте сделаем так. Делитесь моими видеороликами с друзьями. В ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме, в ВК. Чем больше меня будут видеть, чем больше обо мне узнают, тем больше будет новостей, да, скажем так, люди узнавать. И сразу говорю, у кого будет набираться очень хорошие онлайны, точнее, просмотры, или в ТикТоке, или где-то еще, я буду вас благодарить алмазами. Так что тоже это, в принципе, можно сделать. Так что если у вас хорошие просмотры, там 10 тысяч там, или больше, то могу вам задонать алмазиков. Так что тоже не забывайте писать мне в ВК насчет этого, на самом деле. Так что, друзья, мы сразу говорю, что если кому-то из вас нужны настройки на ваши телефоны, спокойно также можете ко мне обратиться. Если у вас есть телефон, вы не знаете, кому обратиться, да настроить. Купили новый телефон, не знаете. Мне в ВК пишите, приобретайте, цены недорогие, каждому из вас телефон настроим до дела. И не забывайте, что у нас день выходит по 2 видеоролика в 7:45 и в 15:45 по московскому времени. Два раза в день вы будете кайфовать от топовых новостей. Я вас сильно всех люблю, всех обнимаю. Знаете, вы самая лучшая аудитория, просто красавчики. И знаете, что вы реально лучшие. Всех обнял, поцеловал, привонял, вы лучшие. И даже хейтеры, вы тоже красавчики. Всем пока.